Джанет узнала, что Селим – это Али, и теперь осталось между выбором, рассказать ему правду или нет. Селим ничего не знает, он лишь думает о том, чтобы отношения с Джанет сделать более серьезными. Вместе с Джанет они отправятся в романтическую обстановку, где они останутся наедине с глазу на глаз, однако там произойдет кое-что неожиданное. Джанет уйдет от Селима.